Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Знаю, вы меня прибьете, вы многие мне говорили об этом, да? Но записываю реакцию только сейчас, но это лучше, чем никогда. Сегодня мы посмотрим верификацию уровня Nullscapes. От Itskiby верификацию сделал, значит, Zoeng. Всем вам известный Zoeng. Ну что ж. Думаю, то, что данная верификация будет пиздатой. У Zoeng на сегодняшний день уже 251 тысяча подписчиков. Помню его еще с 15-7 тысяч. Вот, уже 250. Нормально он так, как говорится, апнулся. Ставим лайки, подписываемся. Всем желаю приятного просмотра. Поехали. У меня, кстати, подписчик Миша Кирвис играет в Nullscapes. Does he know? Oh my god. This is absurd! I feel like Pete Diddy with Bird! Those who know about the Pete Diddy training method. Why do I even make Diddy? It feels like... Fuck. I said it wrong. You're good, those who know. Клики мне очень нравятся, приятные. Блять, но здесь столько фрейм перфектов, это жесть. Еще Light играл в этот уровень. Кстати, а напомните, Light Avernus добил или нет? Давай, бро. Красава. Мега гидце. Ой, бля. Красава. No, no, you actually can't believe. Zoeng сделал мою ночь. Вот такую реакцию я ожидаю у каждого, кто проходит какой-то уровень, блядь. Дорогие мои зрители и подписчики, что вам хочу сказать? Zoeng красава, Zoeng респект, Zoeng мощь, Zoeng мега гецес, победа его, верифнул, Nullscapes и, в принципе, красавчик. Мне очень зашла его реакция. Вот такую реакцию я хочу, чтобы каждый исполнял, блядь, когда что-то прошел. От души вам всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в комментариях пишите свое мнение насчет моей реакции. Мнение насчет данного видоса, ну вот, данной верификации. Давайте напрягайте Лайта, чтобы он прошел этот уровень тоже. Всем желаю вам добра, бобра, демон, демона, экстрим демона. Не забываем заказывать реакции. Всем удачи и всем пока-пока.